Я хочу попросить всю молодежь, всех людей среднего возраста, молодых, предприимчивых, прийти на выборы и проголосовать сердцем. Не дать возможности утопить Украину в крови, утопить государственность этой страны, дать стране шанс. Эти выборы – это шанс. И сегодня фронта подняли голову и лезут в парламент. Мы, молодые люди, новое поколение, вы, молодые люди, не должны этого допустить. Вы должны сделать все, и мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, встала на ноги с колен и перестала кровоточить. Спасибо.